Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и вы наверняка слышали историю про видеоблогера Руслана Соколовского, которого поместили в СИЗО на 2 месяца за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Не буду рассуждать над правомерностью наказания, но тот факт, что Руслан нарушил имеющийся закон, налицо. Да и вся история уже полностью обсосана моими более расторопными коллегами. Все распространяют хэштег «Свободу Соколовскому», но разве ему этим поможешь? Конечно же нет. Про единственную посильную помощь сегодня расскажу вам я. А так как в одном из прошлых роликов, ссылка в описании, я говорил, что буду обозревать приложение о блогерах, то мимо этого пройти я просто не мог. Итак, летающий Соколовский или побег из тюрьмы. Стартовое меню встречает нас простотой. Название, попытка разработчиков пропиарить свою группу ВКонтакте, загадочная надпись «До освобождения 100», изображение героя и активные кнопки. Нажимаем «Играть», и вы не поверите, играем. По факту это игра Flappy Bird, но у нее есть цель, то есть это не просто убивалка времени, а еще и великая миссия – спасти рядового блогера. Всего-то нужно пролететь 100 тюремных прутьев, которые состоят из двух узнаваемых ламп. Для справки, этот осветительный прибор присутствовал почти в каждом ролике Руслана. На герое можно заметить нимб. Многие могут посчитать, что это символ великомученика. Сам блогер нередко выдружал его на своей аватарке задолго до ареста. Ванговал? Не думаю. Графика, как вы видите, незамысловатая, но игра сделана практически за день. Оперативность и желание похайпить на обсуждаемой теме дают 100 очков в копилку разработчиков. У Руслана на прохождение этой игры почти 2 месяца. Мне бы хотелось сделать это побыстрее, поэтому сразу покажу, что будет в конце. А в конце ничего не будет, просто счет пойдет в минус. Что это значит на ментальном уровне, решать вам. И да, пишите в комментариях ваш результат. Вот такую актуальную игрушку я показал вам сегодня. И напоминаю, что в прошлом ролике из этой серии, а именно обзор на приложение Шаверма Патруль, я сказал, что если там наберется 7777 лайков, то я сделаю топ лучших приложений про Ивангая. Гоу лайкать, ссылка в описании и вообще везде. Ну а если вы разработчик приложений, а еще лучше приложений про блогеров, пишите мне на вот эту самую почту. Договоримся. С вами был Макс Брандт, вы лучше всех. Пока. Нажимаем. Мне не выбрать никого из этих прекрасных господ, поэтому положимся на удачу. Нам выпал Кузьма, избавься от 10 шаверм, напиток дня, кофе.